Йоу, Хоккайдо здесь, и добро пожаловать в Тирдаун. Сегодня вместе с вами врываемся сюда, в эту прекрасную игру, и сегодня мы будем снова разрушать. Let's go! Сегодня у нас есть несколько карт, скорее всего, мы посмотрим одну, я разделю это на несколько эпизодов, поэтому поддержите серию лайками, пожалуйста. Вот, надеюсь, что вам понравится. Соответственно, скачал я что, получается, аэропорт, у меня есть мост и кое-что еще, а именно Статуя Свободы. Наверное, мы начнем с нее сегодня и попробуем, в общем-то, ее сломать целиком и полностью. Это какая-то бета-карта, все дела, значит, сейчас будем разбирать, что происходит. В общем-то, отдельно я установил... О, подождите, а как, где здесь, в общем-то... Подождите, это надо, получается, наверх забраться? What the fuck? О, видимо, здесь есть местечко. Окей. Короче, это Статуя Свободы. Я не знаю, как показать вам ее со стороны, потому что, к сожалению, джетпак вроде как еще не придумали. Хотя я не сомневаюсь, что он где-то там на просторах всех этих модов есть. Господи, вот так оно выглядит изнутри. Я не знал, что я открыл такой секрет вдруг неожиданно. Окей. Ну, вы можете видеть ее, в общем-то, очертания. Мне интересно, что будет. Давайте, знаете что, протестируем для старта, что будет, если я упаду отсюда. А дальше будем... А, ничего. Смотрите, как прекрасно она выглядит. Сейчас мы знаем... Короче, я установил падение метеора у себя здесь на локальную копию. И сейчас посмотрим, как это будет выглядеть, когда в Статую Свободы прилетит метеорит. Капец! Обожаю разрушение, должно быть интересно. Вот он. Ну-ка, давайте затестим, как это выглядит. Офигеть! Выглядит очень круто. Ну, давайте начнем с чего-нибудь более стандартного, так сказать. Будем повышать градус в процессе. Давайте запустим, не знаю, наверное, ракету запустим. И посмотрим, что будет. Просто разочарование, если честно. Блин, мне точно нужен джетпак. По-любому. Давайте попробуем, ну, не знаю, запустить как-нибудь вот так вот, может быть. Какая-то из них точно должна попасть. Интересно. Блин, мне интересно, что будет. Как бы наверх туда забраться? Ну-ка, давайте попробуем отломать ей руку. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, где-нибудь так, я думаю, нормально будет. Окей, они все попадают. О, мне кажется, это будет круто. Но здесь по-любому надо с метеоритами работать. Это 100%. Я думаю, этого будет достаточно, по идее. А, чуть-чуть не хватило. Давайте еще добавим пару ракет. И по идее... О, блин. Ну почему? Если бы я забрался где-нибудь туда рядом, мне кажется, все бы получилось. Можно изнутри попробовать, кстати, взорвать. Почти хватило. Сейчас еще парочку добавим. И по идее этого будет более чем достаточно для того, чтобы... Она наконец-то сдалась. И мы сломали демократию в Соединенных Штатах. Капец. Два, три, четыре. Блин, ну там будет какая-нибудь маленькая вот эта вот хрень, которая будет торчать. И такая типа... Ну нет, не сегодня. Может, какой-то есть более эффективный способ? Подождите. Мне кажется, есть какой-то более эффективный способ. Давайте посмотрим, что у меня еще есть. У меня есть просто пистолет... Доска. Честно говоря, практически ничего. Как насчет, может быть, просто... Помните, у меня был офигенный пулемет, он мне нужен. Сейчас, мы знаете, что сделаем? Главное меню. И мы возьмем этот самый пулемет, потому что я его только что выключил. Это был мегаган. И попробуем с ним залететь, попробовать ее все-таки сломать. Пойдем. Я же правильную сторону иду? Окей, хорошо. Блин, меня всегда так стрёмно, когда я куда-то ныряю, блин, и в жизни в том числе, потому что, типа, ты не видишь дна этого, как ты... Короче, сейчас мы намутим нам пулемет. Вот этот. И... Запулим 20-миллиметровые патроны. Вы готовы? Это должно быть круто. По-любому должно быть очень классно. Капец! Я не думал, что это такой разброс. О, это было прикольно. О май
Сотни кадров в секунду. Капец. Жесть. Выглядит прикольно. Выглядит прикольно. Окей. О, боже мой. Окей. Мой компьютер просто не переживает. Это слишком жестко для него. Жесть. Так, давайте перезапустимся и попробуем. Я не знаю. Здесь типа не так уж много того, что мы можем с ней сделать. Но мы попробуем. Как насчет спилить ее с самого начала, типа вот здесь, трррррк, вот так вот сделать и посмотреть, что будет. Давайте попробуем. Мегаган. Окей, а там какой-то этаж еще под ней есть? Ничего себе. О боже, чувствую себя... What the fuck? Как это работает? Окей, попробуем повыше тогда. Хрень, почему так? Давайте перезапустимся, попробуем ее, не знаю, просто с самого начала, может, повыше подпилить. Потому что, видимо, она каким-то образом зацепила за воздух. Я не знаю, каким образом это происходит, но как-то оно так получилось. Давайте попробуем. Мегаган. Что за хрень, блин, я буду использовать метеорит. Пошла ты. Это выглядит очень круто. Капец, ладно, все, пойдем использовать метеориты, короче. Я попробовал сделать что-то такое. Ну, что-то поменьше, но, видимо, без метеоритов нам здесь не разобраться, поэтому... Let's go, сейчас мы их протестим. Давайте запустим просто один мимо и посмотрим, как это будет выглядеть. О, капец. И парочку еще, знаете, сейчас мы вот так... О, блин, это должно быть очень круто. Просто фильм про апокалипсис здесь практически снимается. Ну что, вы готовы? Настал момент, когда мы запускаем все метеориты в небо. Жесть! Просто капец! Блин, метеорит очень прикольная тема. Просто вау. Почему основание развалилось? Она всегда типа сдается первым, такой типа. Нет, точно нет. О, блин, мне интересно, что будет, если мы будем находиться внутри нее и в нее прилетит метеорит. О, это прикольно. Блин, мне кажется, с этими метеоритами можно вообще много чего придумать, на самом деле, на разных картах, особенно где есть прикольная разрушаемость. Вот. Но сделана, кстати, карта довольно классно. Мне прям нравится. Не знаю, правда, как я чувствую себя по этому поводу, потому что статуя свободно находится... Ну ладно, в общем. Короче, да. Давайте посмотрим, как это изнутри выглядит. О, боже мой, я забыл, что они какую-то физику имеют. Ох, жесть. Капец! Ну погнали дальше разрушать. О, блин, как же здесь громко изнутри. Это жесть и супер стрёмно. О, вот так выглядит апокалипсис. Боже мой. Офигеть. Блин, нам надо по-любому вернуться на самолет и попробовать, может быть, в него запустить метеор. А what the fuck? Что это за след? Какой-то другой метеорит еще прилетел? О, блин, это очень круто. Блин, а что еще можно поделать? Как насчет... Давайте попробуем, наверное, разобраться. Я не знаю. Сейчас протестим мои навыки паркура. И, может быть, что-то с этого выйдет. Окей. Мне реально не хватает джетпака. 100%. По-любому его кто-то сделал. Нет. А что такое? Это нога? What the fuck? Кто-то спрятал ногу чисто сюда. О, это странно. Кроссовок такой. Вы не знали, но секрет... Статуи свободы заключается в том, что внутри нее спрятана нога. Ой, это странное заявление, если честно. Окей, там еще есть, видели, какой-то этаж под ней? Давайте попробуем туда, не знаю, пробраться сейчас. А что если ее поджечь, кстати? Она вряд ли будет гореть, мне кажется, это металл, потому что он звучал как металл. Бам! 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 Окей. Прикольно. О, what the fuck? Окей.
Это реально нога, вы видите? Тут прям видна пятка. Окей, а давайте попробуем запустить метеор сюда. Пам! Пам! Ой, это будет супер стрёмно, потому что он сейчас близко прилетит прям. О, боже. А я, в принципе, понял, почему пол падает. Потому что все остальное падает. Она довольно тяжелая здесь. А что, если мы сломаем ее так, чтобы я все-таки в итоге поднялся наверх? Мне кажется, это будет прикольно. Давайте попробуем. О, сейчас куча всего сюда она падает. Мне кажется, она сломает ее в итоге. О, нога. Окей. Окей, мы живем пока. Пока живем. О, нет. Я падаю. Нет, мы падаем. Окей, все, падаем. Жесть. Прикольная карта, мне нравится. Давайте, знаете что? Напоследок. Сейчас. А мы можем как-нибудь, не знаю, может быть, телепортироваться наверх? Смотрите, как прикольно она выглядит сверху. Огонечек такой классный. Короче, респект вообще за работу. Выглядит супер прикольно. Давайте, знаете что? Я сейчас реально посмотрю, есть ли джетпак здесь, и мы попробуем, может быть, подлететь наверх. Как вам такое? Сейчас вернусь. Оно работает! О-хо-хо! Е-е-е! Мы теперь летаем! О, блин, это будет очень круто. Что здесь написано? Непонятно. Ну что там. Кстати, что написано на статуе свободы? Я не знаю. Кто-нибудь в чате, в комментариях подскажите мне, пожалуйста, это интересно. Окей, и мы теперь наверху, и теперь можем наблюдать это вообще с супер крутого ракурса. Давайте попробуем запустить. Может быть, пару ракет? Как вам такое? Потому что сейчас я точно могу направить всю эту тему. Единственное, что управлять всей этой штукой... О, не-не-не, стой, не очень удобно. Так, все. Пам. 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 По идее, этого будет достаточно? Еее! О, блин. Капец. Реально, можно... Майкл Бэй, перестань снимать свои фильмы. Вот, пожалуйста. Зачем тебе миллионы на всю эту компьютерную графику? Вот, тирдаун, и готово. Давайте запустим пару метеоров. И это будет просто самый красивейший кадр, который я когда-либо видел. Мне так нравится. Странно, но мне очень нравится, когда какие-то большие конструкции рушатся. О, блин. Оооо, максимум разрушений! Фу! Капец, она каким-то образом еще и пережила. Но так не пойдет. Let's go! Капец. Пам-пам-пам-пам. О, это очень круто. Окей, ну, в общем-то, вот такая вот небольшая карта с статуей свободы. Прикольно, классное разрушение. Мне очень нравится реально, когда в тирдаун переносят какие-то реальные здания, с которыми можно как-то поиграться, особенно если там есть какая-то суперфизика. Ну, реальные вещи, я имею в виду. Например, в предыдущий раз мы вообще на самолете получили кучу удовольствия. Здесь статуя свободы тоже прикольно посмотреть, как бы она там разрушалась, если бы вдруг в нее упал метеор, как показывают во многих фильмах. В общем, надеюсь, что вам понравилось, и вы тоже получили удовольствие вместе со мной. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До конца года у меня цель 200 тысяч подписчиков. Надеюсь, что вы меня поддержите. Всегда можете передумать, если что. Вот, заходите ко мне в Discord. Ссылка прямо под кнопкой лайка. Так что присоединяйтесь тоже к сваду. И да, спасибо огромное за просмотр. Как всегда, самое главное, не болейте. И пока-пока.